Всем добрый день. Сегодня у нас 29 августа, понедельник, у меня выходной. Завтра мне на работу... Нет, завтра тоже выходной. На работу 31-го. Смотрю, трясется или не трясется. Сейчас перезапущу. Так, вроде не трясется. Теперь. Вчера делала котлеты. Вот они. Ну, мы уже съели там штуки 3. А это вот еще осталось штук 7. Они такие маленькие. Ну, я сделала, в принципе, котлетки с половины фарша. Половина убрала в морозилку. Потом еще сделаю. Сейчас я их сразу беру в холодильник. Так, свою я пироженку уже съела с утра с кофейку. Так что у меня больше не осталось. Так, время почти 2 часа. На улице 27,5 градусов. Нет, 28,5. В общем... Почти 29, 28,5. На улице как-то, блин, жарковато. Ветер сильный, балкон открыт на две стороны. Наверное, закрою окно, потому что сильный сквозняк. Пока что-нибудь не улетело у меня там на балконе, то упадет что-нибудь. Так, сесть посидеть немножко. Надеюсь, что сегодня последний такой жаркий день в этом году. Завтра будет уже поменьше. А в среду вообще там дождь обещают. В среду как раз на работу пойду, уже не будет так жарко. Ну что это за погода? С утра 28 градусов. Вот куда я в такую погоду могу пойти? До парка еще дойти надо? Или доехать на троллейбусе 5 остановок? По такой жарище. Даже из дома выходить не хочется. Мне надо уборку делать в квартире. Но, скорее всего, я ее сегодня делать не буду, потому что, ну, жарко. Не могу я в такую жарищу что-то делать. Может быть, завтра буду делать. Что-то сегодня прям никак у меня не идет это все дело. Так, чем мне сегодня заняться? Дел-то полно, только делать ничего не хочется в такую жару. Не знаю, как вот кто, но я вообще жару не люблю. Кстати, у меня тут магнитики добавились. Это мы когда приехали с Пятигорска-то? Я уж не помню, когда мы там были месяц назад. Только сейчас вспомнили про магнитики, достали, где-то лежали. Так, тут у меня Пятигорск вверх ногами висит. Так, вот Пятигорск. Провал. Это вот кто? Стабендер. Пятигорск. Тут Пятигорский Спасский собор. Мы здесь были. Здесь были, естественно. Вот этот орел на горе Машук стоит там не очень высоко возле парка Цветник. Чуть вверх подняться по ступенькам. Там вот это стоит. Если еще выше подняться, там и оловая арфа. Мы поднимались, но я к ней не подходила, потому что я устала. Я где-то в стороне сидела на скамеечке. Не стала наверх подниматься вот к этой штуке. Так, это Эльбрус, мой любимый. Эльбрусушка. Там, по-моему, еще с этой стороны. Нет, с этой нет. Значит, это они все. 5 магнитиков поместилось. Так, все, нового ничего больше нет. Кстати, мы в Сочи магнитики не покупали. Покупали. У меня, оказывается, еще и памяти уже нет никакой. Вот же у меня Сочи. Вот Сочи. Олимпийский парк. Стадион Фишт. Роза Хутор. Морской порт сочинский. Вот Сочи. А это в прошлом году Севастополь. Балаклава. Балаклава Ялта. Мыс Фиолент. Мыс Фиолент. Уже, мыс Фиолент уже выгорел. Можно выбрасывать. Вот еще...
Блин, думаю, что такое? А это от ветра штора тут бьется у меня. Я же говорю, ветер, сквозняк. Ой, ладно, сейчас посижу немножко. Чем заняться-то? Планов никаких на сегодня. Вообще никаких. Я просто вот от этой жары одуреваю. Просто одуреваю. Ой, чем заняться? Готовить сегодня не буду. Еда у нас есть. Стирки мало. Может, вечером включу стирку. Там уже кинула полотенце, еще там пару шмоток темненьких таких на вечер. Так, стирку только вечером закину. Уборку не буду делать. Переношу на завтра. Может быть, в лучшем случае. Так, сейчас я, наверное, возьму воду. Вот я налила воду себе. Возьму воду, семечки. Здесь у меня семечки. Пойду смотреть какой-нибудь сериал. Игры семечки. Ничего больше не хочу. Здесь у меня водичка. Холодненькая, кстати, из холодильника. Надеюсь, не заболею. Смотрите, какие макароны купили красивые. Спиральки три цвета. Из твердой пшеницы. Смотрите, какие красивые зелененькие. Зеленью, наверное, оранжевый с томатом. Такие трехцветные. Две упаковки. Я такие еще не готовила. Лежат, ждут своего звездного часа. Так, здесь икра у нас. Надо ее в холодильник положить. Чего она так будет стоять на полочке? Вот у нас тунец был, две банки. Что-то он у нас не пошел. Короче, мы открыли и выбросили. Я не стала есть. Я даже пробовать не стала. Муж ложечку попробовал, говорит, фигня какая-то. Еще выбросили. Не стали мы есть тунец. Может, нет, не наша еда. Не российская, ничего не понимаю в этом тунце. Он же какой-то был не куском, а какой-то мятой для салата. В общем, выкинули нафиг. Ничего не понимаем в тунце. Не наша еда. Осталось, однако, там кукуруза, горошек, оливки. Это еще куда ни шло. Но тунец это вообще не понимаю. Все, сказала, больше не бери нафиг этот тунец. Куда понятнее. Я консервы люблю, но наши. Причем вот некоторые любят в томате, я как-то в томате не очень. Вот эту кильку, там еще что-то. Мне нравится наша. Вот сайра, ставрида, вот масли, вот эта вот рыбка вкусная. Даже лосось или горбуша там на салат тоже ничего. Но все остальное не наша еда, это тунец. Пусть ест тот, кто в этом что-то понимает. Я даже пробовать не стала. Были такие две маленькие баночки. Обе выбросили. Я, по-моему, как-то делала салат из тунца на Новый год в прошлом году, что ли. Но что-то на этот раз не пошел он у нас никак. Лучше не брать, если не идет. Так, на сегодня планов никаких. Сейчас пойду отдыхать, сериалы смотреть. Если устану смотреть сериалы, спать лягу на часок. Вот. Вечерком, если будет не сильно жарко, может, выйдем погуляем. Вчера не пошли. Что-то дотянули, что-то котлет стали поздно делать. Уже часов 6 вечера, 6:30. Пока сделали, пока поели, а там уже 8 вечера, уже стемнело и не пошли никуда. Может, сегодня сходим в парк погулять, не знаю, посмотрим. Так, завтра, в лучшем случае, я займусь уборкой. Завтра у меня как бы последний выходной. Крайний, как правильно сказать, перед работой выходной. То есть, так, ну, в общем, на работу я пойду в среду. Кстати, пока осталась котлетка, можно отложить баночку. Я думаю, до среды ей ничего не сделается, завтра вторник. Можно вообще морозилку положить, потом достать. Даже готовые. Но я не хочу морозилку класть. Думаю, за 2 дня им и так ничего не сделается. Ой, может, сразу сейчас положу баночки на среду. Завтра постараюсь уборку сделать, если получится.
В магазин не знаю, пойду, не пойду. Если будет не сильно жарко, может, еще в магазин схожу. Ну, за молоком, там, за сметаной. У нас вот молочка быстро заканчивается. Творог пока есть. Так, все остальное есть. У нас вот быстро улетают яйца, молоко, кефир. Вот это быстро. Сыр полно, там 3 упаковки. Сыр брать не буду. Вот. Сметану, кефир. Нет, кефир пока есть, тоже не буду брать. Еще там 2 бутылки, 1,5 осталось. Можно сметанки взять, яйца. Что еще там быстро заканчивается? Ну, что-нибудь еще. Не знаю, там посмотрю. Может, в ближайший какой-нибудь магазин схожу. Все-таки супермаркет там подешевле. Но он что-то дальше, туда идти дальше. И в такую жару не хочется. Так, еще мне нужно в порядок ногти привести. Надо смыть лак, постричь, подпилить. А на ногах не знаю, тоже надо посмотреть, какие там они. Я их вроде недавно подкрашивала, ну, стирала, красила заново. Но я думаю, теперь уже жары не будет в босоножках ходить. Вообще, мне надо уже пора постричься. Но у меня сейчас что-то напряг какой-то с деньгами получился. Вот, поэтому я, наверное, с пенсии сниму там 2-3 тысячи, ну, наличку сниму и схожу. Надо будет мне постричься сходить и маникюр сделать. Потом я сама волосы покрашу ближе к отпуску. Так, билеты я пока не взяла на поезд. Сегодня посмотрела, там билеты есть на поезд. Но я думаю, что завтра надо будет взять, пока они не исчезли. Ну, там получается почти за месяц, но я думаю, что это нормально. Позже может не быть нормальных мест. Вот. Ну, в общем, не знаю. Отпуск 2 недели. Куда, чего, еще ничего не решила толком. Отель забронировала на всякий случай. Он, в принципе, можно отменить бронирование. А вот билеты еще на поезд не брала. Так, ладно. Что делать? Сейчас такая жизнь пошла, что очень сложно что-то загадывать заранее, поэтому надо жить здесь и сейчас, сегодняшним днем. Ну, слегка планируя на ближайшие там полгода, год, но не больше. Мы даже не знаем, что будет в сентябре, не то, что на следующее лето. Дай бог до него дожить нам всем хотя бы. Уже хорошо будет, уже праздник. Вот суть по тому, что в мире творится. Какие там можно планы строить вообще? Не знаю, что будет через месяц. Ладно, ребятки, всем пока-пока. Побежала я отдыхать. Не скучайте.